Краснодаре отметили горожан, которые принимали активное участие в строительстве Олимпийского парка. Накануне в мэрии Владимир Явланов вручил им благодарственные письма от имени губернатора края и ценные подарки. В Олимпийской столице краснодарцы помогали обеспечивать общественный порядок, благоустраивали газоны и клумбы, высаживали деревья. Всего подготавливали Сочи к зимним играм свыше 1000 жителей краевого центра. Значительный вклад также принесли дорожные и строительные компании. Как отметил Владимир Явланов, краснодарцам всегда поручали одни из самых сложных и ответственных объектов. И они не раз подтверждали свою высокую репутацию. Та красота и тот порядок, и все то, что имеется сегодня в Олимпийской столице, это, безусловно, активная доля участия в этом ваша. Потому что вы здорово трудились на стройках или на территориях столицы Олимпийских игр, вот, вызвали, так сказать, особое отношение к себе, к администрации города Краснодара, тем, что трудились по-настоящему, трудились, понимая ту задачу, которую перед вами поставили.